Земфира Морозова выросла в большой дружной семье, в доме которой всегда был праздник. В поселок Дрожино она переехала совсем недавно и, будучи активным человеком, решила продолжать традиции своих родителей, организовав фестиваль «Страницы будущего». Идею его создания поддержали знакомые бизнесмены и близкие люди Земфиры. Я считаю, что здорово, надо нам дружить семьями, домами, дворами, подъездами. Это правильно, это хорошая традиция, нужно налаживать наши добрососедские отношения. И я надеюсь, что вот все у нас получится, всем миром, все вместе. Мы, наверное, добьемся того, чтобы в нашем районе было жить комфортно, интересно, детям весело. Организаторам удалось создать на территории детской площадки на южной улице поселка Дрожино настоящий праздник, в котором занятия по душе могли найти все без исключения. Интерактивная программа была очень разнообразная. Интересные мастер-классы, бесплатный аквагрим, розыгрыши призов и многое другое. Иди сюда. И ты королева. Королева. Поднимайтесь на сцену, друзья. Спасибо, очень хороший праздник. Ну, особенные призы были интересны, конечно. Изюминкой фестиваля стал концерт, в котором приняли участие заслуженная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина, полуфиналистка телепроекта «Голос Дети-2» Варвара Кистяева и обладатель специального приза международного конкурса «Новая волна» Эмиль Кадыров. Артисты исполнили не только свои авторские, но и всеми любимые известные песни. Проголодался, мог полакомиться настоящей узбекской кухней. Из желающих получить ароматный чай, свежую выпечку или порцию вкусного плова выстроилась целая очередь. Большинство жителей поселка, как и Дмитрий Карпухин, пришли на фестиваль всей семьей. Мы за праздники, конечно. Нам... Праздники – это всегда хорошо, всегда весело. Наши серые будни. Плюс сближает людей, люди знакомятся, дружат. Спасибо организаторам. Да. Большое спасибо организаторам. Это отличное впечатление, вообще все замечательно. Просто, ну, во-первых, погода, конечно, повезло с погодой. Во-вторых, неожиданно. Неожиданно просто так праздник вдруг. Замечательно все как бы. Песни, музыка, угощения. Все классно. Главная цель фестиваля, по словам Земфиры Морозовой, это объединить людей, приобрести новых друзей и положительные эмоции. Она надеется, что все пришедшие в этот день жители будут поддерживать и помогать организовывать такие праздники без повода как можно чаще. А в будущем, возможно, это станет их общей доброй традицией. Анастасия Воронина, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.